В региональном министерстве внутренних дел подвели итоги работы за 2023 год. В коллегии принял участие глава республики Махмуд Али Калиматов. Открывая заседание, министр внутренних дел по Ингушетии отметил, что реализованный комплекс мероприятий позволил сохранить базовый индекс уровня преступности в республике одним из самых низких, как в округе, так и в целом по стране. Республика 403, СКФО 717, по России 1337. Калиматов отметил вклад органов внутренних дел в профилактику противодействия преступности, обеспечение правопорядка на улицах городов и сел республики, поблагодарил руководство и личный состав Министерства внутренних дел за службу. Глава республики подчеркнул важность задач, решаемых министерством, и призвал продолжать активную работу в интересах народа и республики. Показатели, те, которые у вас есть, вы их достойно выполнили. Я думаю, что у вас задачи, которые поставлены, вы их и дальше будете выполнять свои обязанности. Особенно службы, которые борются с экстремизмом и другими проявлениями нетерпимости к национальности в целом стране, они для наших жителей республики, да и в целом для нашей страны, пользы никакой нет. Поэтому надо ее с корнем вырывать, вот где проявляются те или иные, которые хотят разбалансировать систему нашего общества. Хотел бы сказать, в преддверии именно выборов, применять закон, применять его знанием и с твердостью, чтобы нам не давать всяким там людям повода. У нас МВД, сотрудники работают. В действительности порядок. Я искренне хочу поблагодарить вас. Сколько мероприятий проходило, республиканского масштаба, городского масштаба. Не допущено вот ни одного нарушения. И мероприятий у нас еще будет очень много. И я знаю, что вы опять будете на передовой. Нельзя не вспомнить сегодня ребят наших, которые находятся в СВО. Они мужественно выполняют свой долг, защищая наши границы перед теми, которые коричневой чумой хотели бы давно зайти бы и заразить наше общество. Там работа идет, и, к сожалению, есть и раненые, есть и погибшие. Мы оказываем и будем оказывать существенную помощь нашим ребятам. Я хотел бы сказать, что сегодня они полагаются, те, которые на фронте, те, которые жизнь и смерть там находятся, они полагаются и на вас, чтобы мирная жизнь, она на ваших плечах. Не дайте ни провокаторам, не дайте преступникам нарушить, за что они борются и воюют там. Поэтому на вас большая ответственность. Я думаю, что вы это осознаете и понимаете. Сил и средств у вас достаточно, и вы будете эту ситуацию продвигать дальше. Спасибо.